Он, кстати, сейчас говорил плохие слова про меня, а вам не попало. Каждому свой вес. Пацаны приехали, хоть силушка прибавилась. 5, локти ближе к туловищу, 6. Коням его колят для восстановления, для регенерации тканей. Но мистер Европа там чуть-чуть подводкой перечудил. Я лучше сухую точку поставлю, а не жирную. Можно еще заработать 7000 долларов. Привет, друзья! Сегодня мы в клубе World Class, и мы приехали на тренировку с Алексеем Кузнецовым. Вице-чемпионом мира, чемпионом Европы, IBB, или просто спортсменом, который находится в топе про-дивизиона IBB. Сегодня мы тренируем грудь. Да, сегодня тренируем грудь и трицепс. Ребята приехали ко мне в гости. В общем, что из этого получится, сейчас мы скоро увидим. В World-классе я не был, в Питере, кстати, вообще совсем. Поэтому мы еще попозже прогуляемся, посмотрим, что есть за оборудование. Первое упражнение мы делаем. Кроссоверы на скамейке под наклоном. В общем, это как разведение, только кроссовер. Вот. Леха сказал, что теперь он пользуется методом предварительного утомления. А у меня, кажется, грудь то ли и так болела, то ли так хорошо попадает, что ее аж сводит. Представляете? Пока я еще не понял, Саня, в чем дело. Может, не сводит. Может, она просто не восстановилась с крайней тренировки. Мы узнаем, сколько надо раз делать, чтобы быть таким большим. Лёх, сколько раз надо делать? Я вообще начинаю считать, на самом деле, когда очень тяжело становится. Работаем в диапазоне 8-10, ну, где крайние два в отказ. То есть я считаю, начиная подходы рабочие, когда вот уже не можешь. И делаю 3 рабочих. Суммарно у меня получается стимул где-то 15-18 рабочих подходов на целевую мышцу. Ага. В неделю. То есть сегодня сделал где-то, я думаю, 5 упражнений по 3 рабочих подхода. Ну, различные, я говорю, я вот не считаю. Считаю, когда уже все. Ну так, ну примерно. То есть где там, или ты делаешь, у меня есть такая методика иногда. Я делаю, пока не надоест, например. Ну, типа, о, надоело. Не, я делаю как бы вот именно 3 рабочих. Ну, допустим. Ну, разминочные, вот то есть сколько мы разминаем сейчас? Я не знаю. Я тоже не знаю, сколько я сделал. Я не считаю. Надо сказать цифру, а то они, знаешь, типа там. 7 на массу, 12 на объем, 18 на сушку. 20, 15, 12 и 3 рабочих на 8-10. Раз, два, три. То есть получается 3-4 разминочка, 3 рабочих. В первом движении. Вот. Сейчас запутали, сломали всю систему. Поставь на паузу, запиши в блокнот. Будешь как Леха. Только симпатичнее. Первый вопрос, который в комментариях напишут, а эта тренировка для натуралов подойдет, блядь? Только для геев. Он ли ЛГБТ может так накачаться? Для натуралов не подходит. А почему Лёхина разминка такая тяжелая? Кстати, Рома еще меньше был поста. Я не убавлял. Нет? Лёх, да, я за ним. Сейчас добавим. Может, Лёха тяж? Мы не доделали мне пиздюки. Я стараюсь. Да. Он, кстати, сейчас говорил плохие слова про меня, а вам не попало, потому что он без петлички. Он, в общем, говорил, что Леха сильный, тяж, а мы не очень сильные, а я еще весь раздолбанный. Да. Чуть-чуть. Сказал человек, который, блядь, подскользнулся на говняшке на траве и оторвал себе ногу. Вот. Ножку на чем восстанавливал. Видели? Неожиданно в кармане оказалось. Случайно. Вот, это мне случайно дядя Руслан принес для восстановления. ТБ-шечек. ТБ-500. Вот так вот, рабочую подбираю. От компании GSS Labs. Такая фирма. Такой фирмы. Работаем над отстающими мышцами. Поскольку отстают все. Приходится трудиться более усердно. Работать над всеми мышцами. Да. Есть любимая мышечная группа, как говорят. Что любишь качать? На самом деле нет. А что не любишь качать? Наверное, ноги. Они у меня самые доминирующие, но их, блин, тяжело все это качать.
И на самом деле, я вспоминаю свои тренировки в юности, когда только-только начинал заниматься, я понимаю, что я сейчас бы их не повторил, потому что это был такой фанатизм. Я мог делать три сета, там, да, мог, смотри, тяжело приседать, тут же пойти выпад, и третье движение разгибание, и пойти сразу блевать. Я в молодости даже пресс икры качал. Да. Ну как, качаешь пресс икры сейчас? Изредка. Ромка? Пресс стабильно, каждую силовую тренировку, 4-5 раз в неделю. Мне кажется, последний раз пресс я качал постоянно. В Алмазе с Андреем Анатольевичем. В Алмазе я экстензию начал делать опять после тренировки прям. Нет, пресс серьезно качаю. Ну, он не качается, но я упражнение делаю. Хотел спросить тебя, почему пресса нет тогда? Пресс есть. Это вот я назвал его. Покажи. Как его? Что он преклонного возраста уже весь поломанный. И вот он обиделся и теперь мстит мне. Ну, конечно. Ну, я не могу только бегать в колено. В общем, я делать-то могу хорошо, но из-за того, что сухожилие повреждено, вот именно вот в растяжении мне больно, поэтому я так вот немного забавно беру отягощение и думаю, что чуть менее забавно ставлю обратно. Мне нравится эта изоляция, потому что, я говорю, сделал изоляцию, целевую мышцу включил, уже во всех остальных даже базовых движениях она хочешь не хочешь, а все работает. Вот. Поэтому особенно, ребят, кто плохо чувствует в базовых движениях, первым упражнением какие-то там жимы, что-то делать, грубо плохо чувствует целевую мышцу, попробуйте утомлять предварительной изоляцией. Либо вот то, что мы кроссовер делаем, либо все тренажеры сидя. То есть система так приятно работает. Вот, у нас второй рабочий. Каждому свой вес. Я ничего не трогаю, я просто ложусь и делаю, что было. Моим весом. Для меня это гордость. Ромкиным весом. На самом деле, прошлый подход делал, я гордился, что я делаю как Леха, оказывается, нет. Я же не смотрел. Да, я, оказывается, как это, блядь, дрыща делал. Это тоже хочу спать. Нормально там вес. Я вам, друзья, скажу одно, что мне тренажеры упражнения понравилось. Вот. Вот что я думаю. Слушай, Лёх, а если вот это вот смастерить, но в таком кроссовере, который вот до рукоятки далеко? Слушай, прям сильно? Минусы в том, что там, видишь, здесь все-таки механика, она немножко у тебя перпендикулярна, а там он чуть в сторону будет уводить, и немножко угол другой. Поэтому вот это МДРТ, двойная регулируемая тяга, с учетом кроссовера она более оптимально заходит. Потому что амплитуда прям под тебя движение. А там все-таки видишь, так уходит. Ну да, вот я. Получается немножко не. Тут только прям по кайфу, а с пиком сокращения. Да, прям как будто очень круто. То есть круче, как с гантелями, только круче. Ну в чем плюсы, что здесь идет постоянная нагрузка, и то есть верхние точки ты, получается, дожимаешь грудью, и нагрузка не теряется. Если с гантелями, ты знаешь, когда плечо перпендикулярно полу с рукой, здесь уже нагрузки стимула нет. Вот, опять-таки, один из плюсов системы предварительного утомления, что в базовых движениях вес, респан, то есть нейромышечная связь будет лучше, рабочий, ну, соответственно, целевая мышца будет хорошо работать, но рабочий вес будет меньше, чем если бы ты делал это первым. Поэтому риск травмы, соответственно, минимизируем. Поэтому следующее упражнение мы идем делать жим штанги лежа на наклонной скамье тренажере Смита. А еще плюсы здесь. Можно не таскать блины и рукояти. А еще плюс здесь, знаете какой? Лех, тебе можно запитаться на тренировке? Что? Тебе можно запитаться на тренировке? Конечно. Клёхе можно запитаться на тренировке? Пока еще есть. На самом деле мало времени, но найду. Для одного двух человека смогу. Это не точно, но можно. Лучше онлайн, друзья. После тренировки
Как мы определим, что грудь накачана? Мы постараемся поставить шейкер. Если шейкер будет ставить, значит тренировка получилась на ура. Будем ставить на твою. Ну да, вот так. На мою плоскую смысл ставить. Никак не ставится. Пока еще нет. Его тоже не ставится. Это как? Не хочет. У меня первый тренер был Лепик Михаил Данович, преподаватель в Герцене на кафедре физической культуры в тренажерном зале. И вот он, на самом деле, настолько была развитая грудь, может быть сейчас, дай бог, потому что дядя спортивный, что он наспор две бутылки там нес метров 100-200 и как бы они не падали. Поэтому, когда у вас можно будет шейкер ставить спокойно на грудь, ну, я думаю, что тогда вы добились успехов. У вас 6-4 недели, да? У меня 8. Все, уже начинаешь подсыхать. Наконец-то. Специально сухим-то не видел. Не сухим, точнее. Так что да, чуть-чуть. Ну, знаешь, сушка такое? У Лёхи сушка — это побриться. Да. Вот это самый, на самом деле, неприятный момент в диете — это бриться. Блин, вообще ненавижу. Причем я сходил на лазерную эпиляцию спины, реально тема прикольная. Ну, блин, надо там несколько процедур подряд было сделать. А мне просто времени не было доехать, надо все это собраться. Так что это может быть. Меньше растет? А? Меньше растет? Да. Блин, я хочу на лазерную эпиляцию головы. А ты смеешься, мне просто, ну, мне надоедает бриться станком. На самом деле, тема крутая. И расход, что как бы, ну, стоит дорого станки. Я скажу так, я вот один раз даже сделал, мне где-то, блин, ну, месяца полтора вообще ничего не росло. Потом начала, и сказать, что надо раз в месяц, там, хотя бы 3-4 процедуры, и то есть они практически не будут расти. Подождать, ладно. Алексей, сколько здесь нужно раз сделать, чтобы мышцы выросли? Я также делаю разминочные подходы и 3 рабочих на 6-8 до 10 подходов, повторов, чтобы крайние 2 прям были отказаны. То есть я везде делаю по 3, я делаю в среднем 4-5 упражнений по 3 рабочих подхода. А если на 15 сделаем, то будет на сушку уже или нет? Ну, если креатин убрать, то да. Моя. Очень мирить. Давай, я правой рукой, а ты левой жми. Какие странные часы. Очень странные часы у них. Странные часы. Эти часы врут. Не знаю. Давайте узнаем, как ломаются весы. Да нет, немного. 23,5. Ну, на самом деле они показывают на 2 меньше. А, вот так. Да. А я уже надеялся, что я стройный в категории. Все-таки нет, да? На 2 меньше. На 2 меньше, понятно. Поправка на кроссовке. Специально сразу. На самом деле мы очень многие, потому что я утром сегодня весил 124,5. Чтобы девушки радовались, если показывают меньше. Для меня, вот я даже самые все спортсмены, ребят, главное весы — это зеркало. Не важно, сколько ты весишь, важно, как ты выглядишь. А некоторые начинают весу к весу привязываться. Особенно Леха не знает, да, что есть категория супертяжей? Нет. Ну это да, классика. Вот, блин, я сейчас готовлю пару ребят классику, блин. Не люблю ее, если честно, к сожалению. Потому что для меня бодибилдинг все-таки — это прогресс. Когда ты постоянно ужимаешься в один и тот же вес, прогресса нет. Так что для меня бодибилдинг — это вот heavyweight, знак бесконечности. Из-за этого я люблю и продолжаю заниматься, что постоянно прогрессирую, стараюсь двигаться вперед. А классику, честно, не очень. Мне она импонирует, но я прям не фанат. Потому что я знаю, что это очень так чревато здоровье, вот эти все, блин, ограничения. Пацаны приехали, хоть силушка прибавилась. На камеру всегда поднимается больше. Вот, кстати, да. Не спрашивают, чего тут у тебя вот здесь вот на этой груди? Слушай, генетика. Вот, ну, такая крепление, форма, крепление, да. Такое, вот крепление, да? Такое, да. Вот, вот низ, да, как такая, да, рвана, не рвана, нет, реально крепление. Да. Прикольно. Не очень. У меня такой есть бзик с детства. Ну, вот такая вот. Ну, есть, но. Да. Ну, что делать? У Денечка Баранова есть рецепт. Нет, у Денечка от ямок, а у него кочка здесь. Можно вокруг. Вокруг, да, только.
Ну вот, и слава богу, видишь, во фронтальных позах как бы не очень. Да, да, да. Вот, а так, конечно, да, есть. Когда вот двойник ставишь, грудь когда натягивается сюда. Да. Но она, нет, в принципе, она так ничего не решает, не мешает. Ну, грудь чистая вот. Понятно. Вот, вот такой родился, не могу ничего сказать. Где-то что-то видел. Мамка в детстве маленький был, споткнулась. Так, как меня, два раза подкинули, ни разу не поймали. Давай, 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 еще, поехал. Раз, можешь, можешь. Еще три, давай, пошел со мной. Два, пошел. Еще раз, и... И Леха там на бицуху поднял. И, бля, чуть крышка не слетела. Хорошо, что к Лехе с Ромкой приехали вместе. Так мне было бы стрёмно одному с Лехой. А так мы с Ромкой нормально, типа, я как бы уже, ну, не слабак. Это же как соревнование по бодибилдингу. Не важно быть супер крутым, главное быть лучше остальных хотя бы. Еще один, три рабочих, как и договаривались. Нет, тебе надо нормальный турнир, тебе надо выигрывать, типа, Москал Фест выходить. Ну что ты в Казахстане выйдешь, как бы, ну блин. Про карту взять? Ну, блядь, тебе, ну мне кажется, тебе на твоем уровне нужно про карту забирать, не в Казахстане. Ну, с тобой стратегию обсужу, у меня же момент менеджмент хороший, я же такой, знаешь. Понимаешь, тебе, ну просто на мой взгляд, хотя на самом деле у меня тоже бывает, Лех, я тебе так скажу. Мне почти все пишут такие, типа, нахера ты, говорит, выступаешь там, где Ромка, да? Потому что Рома выступал. А Европа прошел, да, Москал Фест. То есть, да, я везде в топе, но я не с картой. То есть, турниры по 40 человек категории. То есть, турниры, где сразу можно выйти в про. То есть, я в этом году чисто слошил, да, можно было поехать в эту. Где было? В Эстонии был турнир крайний. Еще. И? А еще раз со мной. Давай, раз со мной. Пошел. И еще один. Пошел. Хорошо, прям. Очень хорошо. Лех, тоже накачаться можно, оказывается. То, что надо. Вышел в проформе. Оля. Вместе с артиллеристами стойки для пристава поставили. И... Давай, давай. И раз. Отлично. Мужчинка. Еще по одному. Тихо. Можно и дропсетик сделать, как ты считаешь? Вообще изи. Сейчас не выполняю. Пошел дропсет. Один из методов повышения интенсивности тренировки, который позволяет шагнуть дальше и рекрутировать больше мышечных волокон в работу. Потому что уже часть волокон не справляется, вес стартовый невозможно поднять, сбрасывается вес и дополнительно реализуется еще энное количество повторов. Тем самым повышается КПД, эффективность и интенсивность. Ромок. Давай, давай, два раза. И один. Оп. Что, сбросим? Бросим. Бросим. Бросим, давай. Пампи, пампи, пампи. Бам. Бам. Три. Пошел. 4, дыши. 5, локти ближе к туловищу. 6, локти ближе к туловищу. 7, ближе. Пошел. Еще. Пятак. Пятак. Раз. Нажимай. Еще. 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 Отлично.
Да тут, блядь, плюнул. Плюнул, говорит, не блеванул, хорошо. Ну да. Когда тренировка груди или других мышц похожа на тренировку ног, вот это самый лучший результат. Нет, ну у меня похожее бывает, только на спине можно так хорошенько дать. Упражнение закончили. Идем к следующему. Очень четкий тренажер ходит. Люблю этот блочный тренажер, потому что механика удивительная. Во-первых, в чем плюсы этого конкретного тренажера? Он снимает полностью нагрузку с пояснично-крестцового отдела, потому что он подвижен, платформа. А во-вторых, тут такая, что верхняя точка траектория, пиковая нагрузка усиливается. Вот. Ну и плюс меньше работы стабилизатора и лучше включается целевая мышца. Зажимай ногами, исходные пары руки прямые. Блядь, да там тяжело. Давай, давай, давай. Вот, пошел. Не-не-не, ты чё? Бля, слава богу. Бля, я просто Ромке должен сегодня, что он снижает первее меня. Блядь, я говорю. На самом деле, потому что он рейш не выпил. Вот если бы он смесь, как Руслан, выпил бы, точно бы. Возможно, я точно такой. Я только на этом, я только из-за этого вывожу просто, пацаны, на самом деле. Нет, тот же самый шейкер в раздевалке выпил. Не, у меня было мощно. То же самое. Как составишься, не отпускай. Это проекция. Люди отсюда, вот. И прям расслабь кисти, прям вдавливай спину. Вот, вдавливай спину и прям прожимай. Вот сюда, в середину вдавливай. Вот, давай, давай, пошел, еще работаем. Раз, пошел, два, пошел, три, пиковое сокращение. Дожимай, дожимай. Еще раз и... Хорошо. Вот. Другое дело, да? Да. Как сказал бы Серега Зебль, а ты боялась, даже юбка не помялась. Ну, у меня чуть примялась. Так, очень необычный жим ногами. Повыше сделай чуть. Повыше? Чтобы на низ груди было. Давай повыше сделаем. Встань. Ага, да. На троечку. Ага. И получается, как из себя сгибаешь, как твой сустав прям, нагрузка еще пиковая, конечно, усиливается. На самом деле, лайфхак, если иногда икры качают, очень удобно. Я же гружен ногами, вот еще, Лёха, пацаны, икры качать можно, видите? Универсально. Во. Руслан тоже есть еще полосатый, смотрите. Волосатый! Волосатый здесь я. Тигр, бля. А парни волосатые. Грудь полностью чётся. Молодцы. О, мощно. Еще. Ну. И... Хорошо. Мишка. Ребята, повторюсь. Важна нейромышечная связь. И важен стимул. Не упражнения конкретные увеличивают объемы мышц, потому что мышц глаз нет, а именно важен стимул. Так что ищите свои упражнения, на которые ваши мышцы лучше всего реагируют, и выполняйте их технически верно, исправно и с необходимым стимулом. Вот. Низко не пускать. Два. Вот, дыши. Вот, выдыхай. Четыре. В конце мощно дожимай. Пять. Прям локтями дави. Шесть. Кисть расслабил. Семь. Отлично. Восемь. Мощно. Еще. 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 И. А, хорошо. Блядь, какая хуйня. А я сегодня на спину просто настраивался. Мы бы умерли нафиг. Хорошо, что не спина. То, что надо.
топик. Кстати, кстати, девчонки, если вы вдруг смотрите это видео, что очень странно, то компания Балатика вот так вышла. Мы сейчас сшили шорты с высоким поясом, черные, прям идеально подходящие для, в принципе, для тренировок, а еще и для выступлений в Эмиратах в эту номинацию. Можно еще заработать 7 тысяч долларов. Ну, это будет тебя. Внизу, внизу было легко, а тут тяжело в конце. Да, реально, я говорю, прикольная нагрузка, что пиком сокращения она прям, смотри, Руслан. Пиком сокращения оторваться что-то хочет. Троечка, смотрите, у него. Вот кто может уже поставить двухлитровую бутылку. Ром, ты тоже помогай. Вот он тянуть буду, блядь. Не, ветерок еще. Саша, что-то жать начни, блядь. Ставим. Пошел. Давай, давай, давай. Еще, пиши. Еще. Еще. Ставим. Сидишь. Давай, добивай. Пошел вверх сверху. Кисть расслабил. Прям бам, туда. Бам, короче. Бум, сюда. Бум. Бам. Еще. Бам. Еще. 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 И отлично. Ёбаный в рот. Блять, опять засрусь в комментариях. Ёбаный в рот. Сколько можно уже говна хапать? Этот ютуб, блять. Тяжелая неказиста жизнь спортсмена-культуриста. Это бодибилдинг, ребята. Это тяжело. Да. А мы так. Петрой занимаемся. Оп, нормально. Упражнения закончили. Нецелевое использование тренажера. Это как бы технажим, механики жим к низу, но мы здесь будем отжиматься как от брусьев. Только в чем принципиальное отличие? Локти пойдут в сторону, усилим нагрузку на внешнюю латеральную часть мышц груди. Что из этого получится, мы сейчас увидим. Привет, Руслан, Рома. Мы думали, что мы качаемся. Поняли ни хрена. Ну, очень интересно. А теперь я примерно понял, я это делать не буду, мне кажется, у меня что-то оторвется. Что-то. Будешь делать? А ты давай, начинай, а я просто, я не знаю. Сейчас я чуть отдохну хотя бы. Я просто не верю. Насколько уникален наш организм все-таки, да? Вот. Он может выдержать все, главное, чтобы в это поверил наш головной мозг. Если, конечно, он у вас есть. Еще фишка, старайтесь так называемую позу эмбриона принять. Подбородок прижать к груди, да, и колени максимально вверх. Блин, не устал. Для качаться сегодня начнешь, не что-то. Я такой идет. У меня как бы уже все закончилось. Большая. Пра-пра-пам. Такая еще, ребята, есть фишечка. Вот. Неплохо. Низ добавляет, знаете, здорово. Вот. А если еще туда к себе
килограмм 40 повесить блинов, то так вообще... Я обычно вот на низ упражнения делаю, этот у нас есть, ну, имитация брусьев, тренажерчик, да, вот этот, который жимовой. Вот он в Алмазе тоже такой тренажер почувствую, стоит. Тренажер, почувствуй себя мужиком. Там можно дофига навешать, да, да, ты да, прям да, такой да, брутальный в нем, блин. А отжимаешься на брусья 4 раза потом. Я вообще ни разу не могу после него отжаться. На самом деле, почему я люблю, опять-таки, с предварительным утомлением в конце делать, в принципе, ничего не надо вешать. Потому что если где-то в начале вставишь, то придется килограмм 40 еще кинуть. А вот, ну, то, что Роман правильно сказал, травмоопасное движение немножко. Вот, особенно если низко опускаться. Леха очень хотел не выебываться, но никак не получается. Вообще. Сейчас эти двое приедут, я бы столько упражнений сделал, чтобы они не вывезли, блядь. И ролик в итоге не выйдет из-за этого. А я, короче, знаете что, иногда велосипед изобретать не надо. Я блядь, дерется, сучонок. Мне очень понравилось первое упражнение, которое мы делали. Оно прям супер шикарно попало. И поэтому я этим же упражнением буду финалить тренировку. Посмотрим, хочется победить. Кайфовый тренажер. Такого нету, где я тренируюсь. Поэтому, мне кажется, очень логично, раз оно мне зашло, им и зафиналить. Хорошо. Супер был. Ну, останется еще одна изоляция. Сделаем кроссовер к низу. И можно будет переходить на трицепс. Ну и повторюсь, ребят, везде делаю 3 рабочих подхода. Разминочный я даже не считаю. То есть я могу, допустим, если вот сегодня грудь, ноги, ну, в общем, рабочий жим в тренажере, у меня, ну, килограмм 600, настроение есть, могу там 700 пожать. И я начинаю шаг там с 200 делать там, ну, не знаю, там максимум 60, могу по 80 килограмм. И я могу как бы разминочных сделать, ну, 10 даже подходов. Потому что все-таки главное, что это не травмироваться, и лучше разминаться. Так что, говорю, считай только рабочий. Вот я сделал 8-10 в отказ. Я только вот это считаю первый. И таких делаю еще 2. Вот, суммарно, потому что делаю 5 в среднем. Ну, если брать это грудь, 5 упражнений по 3 подхода. Спину делаю где-то 6-7 упражнений. Ну, на ноги тоже, в зависимости от мышечной группы. Я отдельно делаю переднее бедро, заднее бедро. Ну, где-то в среднем по 5 тоже упражнений по 3 подхода. Так получается, чтобы на каждую мышцу минимум у меня недельный стимул был от 15 до 18 рабочих подходов. Как-то так. Тяжело тренируйтесь, тяжело качаетесь, хорошо едите, хорошо спите и растете. Вот весь секрет. И ТБ-500 для восстановления, это самое забавное. Я просто мечтал когда про ТБ-500. Интересно как. Коням его колят для восстановления, для регенерации тканей и так далее. Тимозин бета-500 называется. И оказалось, что у этого вещества очень распространено как допинг у легкоатлетов. Угу. Но у легкоатлетов непосредственно и вся как бы его, ну, применение это для выносливости. То есть оно повышает выносливость. И такие получается, ну, довольно не тоже противоположные, но как бы, то есть, ну, с разной направленности, да, то есть коням для восстановления. Хотя им тоже, ну, вот именно так вот. Я всегда от всех всегда слышал, что, ну, ТБ-500 это про регенерацию, да, после травм и так далее. И потом, когда как-то углубился в изучение, такой, нифига себе, у легкоатлетов прям конкретно распространено его применение. И везде информация о вопросах увеличения выносливости. Причем статьи шли и часто касались как раз-таки еще там восстановительных процессов касательно этого миланского коктейля. Когда глутатион, тефловин. Не ловится? Слушай, я тебе не могу сказать, потому что, честно, я не знаю, ищут ли ТБ-500 непосредственно. Мне кажется, что... Кажется, что нет. Прикольно. Лиз.
Че, готов трицепс? Нет. Как можно быть к чему-то сегодня готовым? Как ты можешь трицепс? Да. Я, честно говоря, его вчера сделал вместе с бицепсом, блядь. Чтоб сегодня не делал второй тренировкой. Я бы сказал, что делал Таиланда. Фу. Греемся. Начинаю с изоляции сейчас обычно тоже с предварительным утомлением на блоках. Вот, а после можно в конце сделать какой-то французский базовый. Думаю, предварительное утомление у нас сейчас из 5 упражнений было. Ну так мы и делаем. Ну да, как одно из базовых отжимания трехглавое работало, как мышца синергиста, поэтому уже так подразмялась, стимул получила. Ну а здесь уже доведем ее до ума и поставим жирную точку сегодняшней тренировки. Сухую точку поставлю, а не жирную. Ну не пускай там, знаешь, ничего не надо делать. Ничего нет. Вот как вот идет просто ровно вот. У меня в межсезонье на 54, на сцене на 54, мне вообще не меняются руки, слава богу. Но спина уходит. Руки, ноги, грудь тоже подуходит, спина чуть уходит, но сейчас исправим. Были там, в самом деле, в Сайбириан нормально было, вот на Мистер Европа там чуть-чуть подводкой перечудил, и были там моменты, слетело чуть мясо, но ничего. Сейчас я со своим тренером, с Александром Будисовичем, Зидзаря подводку поменял, там эксперимент сделал в середине. И все нормально, все остается. Уже его 120 получилось сделать. Здесь, ребят, тоже стараюсь плечи зафиксировать, чтобы неподвижный сустав был локтевой, в плечевом движении не было. И, соответственно, максимально растягиваю трехглавую мышцу плеча и низу разгибаю. При этом, повторюсь, плечо зафиксировано перпендикулярно полу, неподвижно, чтобы нагрузку спина не забирала, дельта и так далее. То есть чистая изоляция. Андрей Анатольевич, к яйцам тащи. К яйцам тащи. Как-то в году 2016 Саня Федоров сюда ко мне прижал качаться. Он всю грядку делал. Вот так вот, на изи. Так уж смотрю. Ну, у меня такой трицепс, знаешь, размером с мою голову.
Саня, конечно, вот тут я говорю, я уже сколько там, 90 фунтов, а он 200. Всю грядку так на изи, на 12. Я смотрю на него, сплакнул и пошел качаться. Так что, ребята, всегда тренируйтесь с лучшими, сильнейшими. Не тянитесь за ними. Фу, закончили. Мы выиграли сегодняшний день. Каждый день у меня ознаменуется тренировкой. И если она прошла удачно, значит день прожит и не зря. Силовая закончилась, но у меня еще в конце будет немножко кардио. С этого дня сегодня как раз 8 недель до старта я вообще хочу делать кардио. Приехали сухие парни приехали, да, говорят, пора делать кардио. По 20-25 минут после тренировочки. Ну и потихоньку будем увеличивать. Вот. А так силовая закончена. Итого получилось 8 упражнений. В каждом 3 рабочих подходика. Ну, как-то так вот и тренируемся. Сколько раз у тебя сейчас недели тренировки? Сейчас 5. 5 раз в неделю тренировки. Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота. Понедельник грудь трицепс, вторник квадрицепс, среда, выходной, четверг спина, пятница задний бедро, голень, соответственно, суббота плечи, бицепс, воскресенье, выходной. Запомнил? Поставь лайк, напиши свой комментарий. Болей за ребят, болейте за наших. Бодибилдинг – отличный спорт, так что занимайтесь им. И до новых встреч!